1 миллиард гривен выделят на жилье для военных контрактников. Об этом заявил Петр Порошенко. Часть суммы возьмут из конфискованных средств прошлой власти. 100 новых военных общежитий планируют построить уже в этом году. Качество жилья будет соответствовать стандартам НАТО. Затронул президент и тему коррупции в рядах украинской армии. Глава государства заявил о том, что за малейшее подозрение в воровстве военнослужащим грозит суровое наказание, в том числе и от главнокомандующего. Позиція перша. Нікому не дозволю красти в армії. Ті, хто буде красти в армії, руки повідрубають. Оце позиція президента. Бо армія є предметом моєї персональної турботи. Армія є одним із наших очевидних досягнень за 3 роки. Я вітаю, коли будь-яка підозра щодо корупції передається в правоохоронні органи.